Амортизаторы с внутренней регулировкой следует настроить перед монтажом на автомобиль или снять их с автомобиля перед настройкой. Чтобы настроить амортизатор с внутренней регулировкой, до предела нажмите на амортизатор в вертикальном положении, пока не почувствуете касание дна. С этого момента, удерживая корпус амортизатора на месте, медленно поверните шток по часовой стрелке или против нее. Сделав половину оборота или чуть меньше, вы почувствуете, что шток слегка опускается по мере сцепления со внутренним регулятором. Установив контакт с регулятором, поверните шток по часовой стрелке, чтобы сделать амортизатор более жестким и увеличить ход демпфирования. А повернув шток против часовой стрелки, вы сделаете амортизатор более мягким и сократите ход демпфирования. Если амортизатор заряжен газом, то он будет выталкивать шток вверх, и чтобы сохранить связь с внутренним регулятором, следует осторожно прижимать его вниз. Когда внутренний регулятор в работе, не прилагайте усилий и не допускайте закусывания. Это может привести к внутренним повреждениям.